друзья, вряд ли вы удивитесь заявлению, что средства массовой информации работают сегодня не столько на информирование населения, сколько на формирование общественного мнения. Это очевидный и уже бесспорный факт. Также бесспорно и то, что поскольку это делается за наш с вами счет, через налоги и прочие формы, мы все-таки хотим быть информированными, а не сформированными. И уже совершенно очевидно, что никто, кроме нас, пользователей продукции СМИ, в изменении этой ситуации не заинтересован. Есть, конечно, немало революционных и весьма эффективных способов решения этой задачи. Мы же видим единственно правильный, и он заключается в принятии личной ответственности каждого из нас за возрождение нашей культуры. Пожалуй, немного найдется слов в русском языке, способных содержать в себе столь обширный, охватывающий все области жизни образ, каким является слово «культура». Воспитание, образование, здоровье, труд, искусство – все это культура. Сегодня мы выделяем одно из необходимых базовых направлений культурного становления – это просвещение. В этой связи позвольте известить вас о том, что мы, создатели и участники проекта «Игры богов», зарегистрировали благотворительный фонд с одноименным названием «Игры богов». Единственной целью фонда является возрождение славянской культуры. В его задачи входит поддержка граждан и организаций в разработке и реализации просветительских, образовательных, научных и иных программ и проектов, поддержка творческих групп и отдельных авторов в создании кинофильмов, спектаклей, в издании книг, организации и проведении семинаров, конференций, фестивалей и иных мероприятий, способствующих возрождению славянской культуры. Деятельность фонда осуществляется на основе добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий и организаций, разделяющих цель и задачи фонда. Сегодня мы видим просвещение как наиболее актуальное направление нашей деятельности. Если вы согласны с нашей целью и задачами, приглашаем вас к соучастию. С техническими подробностями взаимодействия с фондом вы можете ознакомиться на сайте fond.igrbogov.com. Благодарю за внимание.